Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жительницы Владивостока. Полицейскими установлено, что злоумышленница организовала сбыт героина бесконтактным способом на территории Первомайского района дальневосточной столицы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 49-летняя уроженка Средней Азии была задержана по месту проживания в квартире дома номер 34 на улице Надибаидзе. Полицейскими проведен обыск, в ходе которого изъяты упаковочные материалы, весы и иные приспособления для фасовки наркотических средств. Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств. В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет.